Сергей Григорьевич, а вы вот говорили, что любовь – это желание заботиться. Это вообще любовь, а я сейчас говорю о любви мужчин с женщин. А вы понимаете, что без нее не могу. Вот не могу. Глупее. Я считаю, что то, что происходит у Пашки к Валентине, это не любовь, это влюбленность. За месяц любовь не может быть. Любовь может быть с первого взгляда. Бывали случаи, когда люди женились на второй день и жили потом 70 лет. Это любовь, это когда человек, без человека этого не могу. А если его нет, схожу с ума. А тебе, у тебя любовь, которую тебе надо завоевать. У тебя не взаимная. Значит, тебе нужно завоевать ее. А чем могу завоевать? Показать ей, как она мне нужна. Ты мне нужна очень. Вань, ну выйдешь сегодня? Ну выходи, Вань, ты смотри, никуда от меня не денешься. Никуда не денешься. Пойду, он тебя не прибыл. Хорошо, пойдем, Валюш, идем. Давай за руку. Я совсем не ожидал, что ты это сам. Валя, да я всем нужен, ты понимаешь, я хороший, Валя, посмотри на меня. Понял? Да. Убирайтесь к черту.